Синоптики прогнозовали, у ночь с 14 на 15 листопада Гомельщину накрые переменная облачность. За гэтага, меркуючи по комментариях у интернете, жыхары некоторых регионов вяли паляванне на месяц до 3 гадзін ночи. Але, на жаль, убачить его так и не смогли. Гомельчанам же пошанцевало больше. Уже у 10 гадзіне вечера новиновые стужки социальных сеток почали наполняться аматорскими сдымками суперполни. До прикладу, гэтае фото у популярной интернет-суполцы разместил Валерий Кисялёв с подписом «Вот такая луна была в Гомеле 14 ноября 2016-го». А гэта фото амаль 11 вечера опубликовал Владимир Сазоненко со спасылкой на Советский район. А вось так выглядал месяц над Волотовой. Некоторые смогли сфотографовать полню нават на 8-мегапиксельный смартфон. И не дивно, минулый ночью месяц был амаль на 30 тысяч километров ближе до Земли, чем звычайно. Опушний раз такое было 68 годов тому. На территории Гомельщины назирать за редкой з'явой можно было до самой раницы. И меркуючи по здымках у социальных сетках, жыхары в области так и зрабили. Так, гэтым фото Ольга Пятыгіна поделилась у 6 гадзін раницы 15 листопада. Те ж, кому не пошанцевало с надворьем, дякуючи интернету, могли назирать за з'явой онлайн у розных кропках планеты. Некоторые обсерватории свету организовали прямые трансляции. Убачить месяц можно было и на здымках. До прикладу, гэта Франция, гэта Испания, а гэта уже Китай. И нарэшце гэты здымок был опубликованы на официальной сторонце космичного агентства НАСА у Инстаграм. И все гэта, як был доказ, популярная у тых же соцсетках фразы «Дзе б ні был кожны з нас, мы заўсёды будем бачыць один месяц». Ганна Кавалёва, Телерадио, компания «Гомель».